И начнем выпуск самого милого пробуждения в мире. Котенок только проснулся, зевает и делает потягушки. Видно, что пушистый очень рад новому дню. Ну а мы рады такому мимимишному утреннему видео. Красота требует жертв. Это как раз о герое следующего видео. Хозяин этого пса решил подстричь ему когти. От такой затеи хвостатый явно не в восторге. Вы только взгляните на его морду. На ней и удивление, и возмущение, и парализующий ужас. Зато герой следующего видео куда более весело проводит время. Он играет со своим хозяином в волейбол. Притом отбивает мяч пушистый спортсмен на 5 с плюсом, без единого промаха. Вот это мастерство! Еще немного тренировок, и карьера в сборной не за горами. А этот кот явно от спорта далек. Пушистый пухляш долго готовится прыгнуть на своего спящего хозяина. Вот только свои габариты и немаленький вес хвостатый в расчет не берет, за что и расплачивается эффектным падением с дивана. И в завершение подборки белка-домушник. Все привыкли, что белочки – это милые существа, которых надо приманивать. Но только не это. Сетку в доме аномально огромный зверь выламывает двумя лапами. Глядя на такого гостя, хочется закричать: «Ко мне пришла белка!»